Йоу, привет, смотри, видишь эту коробку? Таких коробок у меня очень много. И мы с компанией Чебака устраиваем хороший, мощный конкурс у меня в телеграм-канале. Поэтому смотри выпуск про новинки Чебака. Переходи в мой канал в телеграме, называется он «Мысли в чашке». И приступаю участвовать в очень огромном конкурсе, где очень много разных подарочков, и ты должен стопудово в них выиграть. Ну и, конечно же, посмотри этот обзор. Очень много интересных новиночек. А самое главное, поставь лайк и любой комментик. И ныряй обратно в телегу участвовать в конкурсе. Эй, очень много прошло времени, и компания Чебака тихо, незаметно, под шумочек дропала новиночки, как в Чебаке, так и в Чабе, и в других своих проектах, свои маркетинговые какие-то компании. Все это было очень мягенько, гладенько и спокойненько, без шума, но точно в цель. И я подумал, а почему я всю эту движуху пропустил? Поэтому мне тут Чебак прислала эти самые новиночки, я их все прокурил. И готов, собственно, про них рассказать, потому что Чебака, она все равно остается культейшим, культовым чаем на всем, так сказать, чайном рынке в РФ. Да-да, не пизди, что есть чаи, которые круче, чем Чебака. Чебака – это родитель чаев. Для начала, думаю, надо разобрать основной продукт компании Чебака – это саму Чебака. Летом у них вышло три крутые новиночки, и это у нас чаба микса Tropic Love, да, это вкус очень-очень хороший, такой молочной, тропической какой-то каши, и это все очень-очень круто, интересно и прекрасно курится. Также скажу, что это чайная смесь, поэтому в голову она бить вам не будет, и про крепость, думаю, нет смысла тоже вам что-либо рассказывал. Следующий у нас вкус — арахисовый батончик а-ля Сникерс. Все знают, что такое Сникерс, все любят кондитерку, ну, либо тех людей, которые любят кондитерку. Этот вкус явно зацепил, они, наверное, его попробовали и не раз. Поэтому арахисовый батончик для любителей, когда жопка слипается. Главное, чтобы никто не попытался ее тебе разлипнуть. Зайдет на ура, любителям прям сладенького. Еще одна новиночка, она более такая ягодная, более прикольная, более хорошая и, наверное, более, так сказать, масс-маркетовая. Это у нас мандарин, земляника, личи. Цитрусово, сладенько, кислое. Вот из разряда этого примерного такого обозначения вкуса мы получаем такой вкус, как мандарин, земляника, личи. Прикольный, хороший мандарин, как когда-то у Дита Бака не отдает говном бомжа и немытой жопы. Очень хорошо залетел, приятненько, гладенько. Еще интересные такие моментики по Чебака, что в классической линейке Чебака больше нету картонных пачек. Они теперь будут выпускаться только в пластиковых шайбах. Экологи, орите, это пизда. Поэтому Чебака отказалась, соответственно, от быстро разлагаемого картона в пользу пластиковых шайб. 25 грамм. Также у них появились шайбы. Это тоже такой хороший инфоповод. И для тех, кто, ну, не может позволить себе покупать Чебака там в 30 граммах, там в 35, в полтиннике, в 200 граммах, да, как для хореки, то для вас special for you, мои маленькие дети, это 25 грамм. Маленькая хорошая шайба. Йоу! А мы переходим к следующим новиночкам, в принципе, того же бренда, но уже, так сказать, как-то под бренд, отдельная веточка, это Чаба. Чем отличается Чебака от Чабы? Ёбана, это же вроде бы то и то чай, типа, я запутался. На самом деле все очень просто. Чаба — это прям стопроцентный никотин-фри, здесь просто чай и ароматизаторы. Нежели, допустим, Чебака. Здесь есть немножко никотина, чтобы тебе было просто по кайфу это курить. А в Чабе нету этого никотина, и это максимально лайтовый, экологически чистый и полезный для твоего здоровья продукт.
Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Тоже три вкуса. Это лимон, мята. Это, кстати, чаба микс, прошу заметить. Хороший лимон, не примечательный какими-то супер крутыми возможностями и вау-эффектами. Очень приятно и хорошо курится, цитрусовый, свежий. Вчистую я бы его не рекомендовал курить, а, наверное, больше в миксах, потому что это куда приятнее, нежели чем курить просто лимон. Это скучно. Также, если у Чебаки выходит Сникерс, то у Чабы тоже должно выйти что-то похожее. Но смысл выпускать два одинаковых вкуса в разных линейках. Поэтому представляю вашему вниманию шоколадное мороженое. Шоколад получился хорошо, а вот с мороженым, а и в принципе мороженое это такая как бы тривиалочка, да, там непонятная метаморфоза, блядь. То мороженое как бы есть, но как бы его нет. Но твой мозг, если ты ему скажешь, что, блядь, сука, черт, ты куришь мороженое шоколадное, то ты будешь курить мороженое шоколадное, потому что, ну, мороженое как бы, ну, сложно как-то его прочувствовать. И финалочка в чабе, никотин-фри. Это клементин вишня. Что такое клементин? Вы ответите. А все очень просто. Это мандарин. Да, клементины это мандарины. То есть, ну, что-то похожее. Там, может, они чем-то разнятся по вкусу, но в кальянном табаке это, в принципе, одинаковое, но было бы не очень как-то созвучно, если бы это называлось мандарин-вишня, да? Мандавишня, блядь, мандашкина, мандана. Поэтому все это назвали клементин-вишня. Также скажу, что, в принципе, мандарин-клементин очень похож со вкусом чебаки, также прикольно, мягенько раскрывается. А вот вишенка здесь немного подвела, скажу я вам, и мне она не очень зашла. То есть, когда ты куришь этот вкус, как вам описать? Ты четко разделяешь, где у тебя клементин, где мандарин, грубо говоря, а где вишня. И нет такого, что это превращается в единую какую-то кашу. Поэтому здесь вот за клементин топ, а за вишню ну такое себе. И есть еще новиночки, но они не связаны уже с табаком, либо с тем, что это курица, либо чаем. Это чашечки Тор. И у меня здесь из новиночек, так сказать, ну может быть уже не новиночек, а их целых 4 штучки, и одна из них прям, ну, очень-очень такая, над которой я когда-то очень сильно стебался у себя в телеграм-канале «Мысли в чашке». Давайте поговорим о них. Смотрите, есть вот такая вот чашечка. Она очень тяжелая, очень большая и очень неудобная. А еще это фанел, и он не супер глубокий. Это шишка. Прикольная чашечка, я на ней на самом деле не курил, я как-то делал похожие чашки, но вот большой симпатии именно вот покурить на таких чашках у меня нет. Я, наверное, более за классику, но Тор сделали ее очень-очень приятной, очень-очень хорошей. И еще за то, что она внутри немного полая, тебя будет разъебывать не хуже, чем от казанской гранаты. Опа! Вот такой вот гибрид. Чашечка тоже от Тора, очень прикольная, необычная. На такой бы я бы на самом деле покурил. Она прикольная, приятная и, знаете, такая более какая-то классическая. То есть смесь бочонка и, наверное, какой-то СТ-шки. Что-то вот примерно из этого. А, ну и, конечно же, Биг Макс, собственно, ну, не совсем Биг Макс это придумал, да, вот такие дырочки. Но из моей памяти это Биг Макс, поэтому вот такая вот чашечка от Тора. Ну и, наверное, переходим уже к более серьезным чашкам. Знакомьтесь, это Ботега. Вот такая вот чашечка, от которой, если вы забьете в нее танжик, вы охуеете. Очень неглубокая чашка, подобие фанела, гармошечки. И я думаю, что если на ней забить прям хороший танж на фольге, а я вам скажу, что вот эти вот уголочечки, они позволяют идеальненько натянуть фольгу. Кстати, за это спасибо Тору. Да, есть люди, которые курят на фольге. То можно просто отправиться в рай. Поэтому это Ботега, и она очень крутая. Ну и, конечно же, идем вот этому. Это у нас премиум хукабол, сувенирбол, это ответвление от Тора, которое делает, так сказать, премиум лакшери эксклюзив боул шиша. И идут они вот в таких вот штучках, и здесь даже вот так вот есть, знаете, все написанное. И это открывается вот так вот. Опа!
А знаете, как она выглядит? Многие, наверное, будут смеяться, но... Вот так вот. Она выглядит вот так. А люди с Казахстана, с Монголии, если вы смотрите, я назвал эту чашку кизяк. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Вот такое вот чудо-юдо. Я на ней покурю. Мне интересно. В принципе, она будет куриться, как и любая другая обычная чашка. В принципе, то же самое. Все точно так же. Просто она поуже. Поэтому чего-то делать из этой чашки не надо. Поговорим немного о бустерах. У Чебаки их много. Это кислый бустер, это табачный бустер, это холодок, это пряный бустер и, конечно же, сладкий. То есть, если ты супер миксолог и у тебя просто физически не хватает каких-то определенных ароматов, например, пряного, то бустер Чебаки, который, в принципе, недорогой, никак не влияет на крепость и, в принципе, не проявляет себя с негативной стороны в чашке, будет твоим хорошим спасением у тебя на смене. Поэтому вот бустерами надо пользоваться. Я, конечно, ими не пользуюсь, потому что смены я сейчас не катаю. Да и дома я курю в основном все в соло. И самое главное, переходи ко мне в канал. Мы там разыгрываем просто ебейшее количество продукции от компании Чебак. Ссылочка на канал в описании. Там самые простые условия, поэтому давай переходи туда и участвуй.